Итак, у нас сегодня очередной заговор на булавку на воду. Ну, первое. Булавка желательно должна быть новая, то есть купите в магазине набор новых булавок. Если не получается, в принципе, можно использовать любую булавку, даже бывшую в употреблении. Предварительно берем соль и одну столовую ложку соли помещаем в стакан. Хорошо все растворяем. И бросаем на сутки туда нашу булавку. Через сутки можно булавку вытянуть. Желательно, чтобы в этот момент только вы дотрагивались до данной булавки. Далее, отдельно необходимо, чтобы у вас был стакан воды. Но не простой воды, а нужна вода только из колодца или из родника. Любая вода из крана и так далее не подойдет. После того, как вы извлекли булавку из нашего соляного раствора, поместите ее в нашу родниковую или колодезную воду. Пусть она полежит в этой воде ровно сутки. После этого наговорите на нее такой заговор. Заговор необходимо шептать прямо на воду, желательно приблизившись максимально близко, где-то сантиметров 10 от воды. В квартире должна быть в этот момент тишина, ни радио, ни телефоны, ничего не должно работать. Желательно, чтобы вы были одни в данной комнате. Ну а заговор такой. От порчи злой, от козней дьявольских, от заразы людской защити меня, булавочка. Читаем так 3 раза, не отклоняясь от стакана с водой. Вынимаем данную булавочку. Можно ее осторожно положить на любую поверхность, просушить. И теперь мы можем некоторое время носить данную булавку. Стирать ее нельзя с одеждой. Дальше она должна быть приколота острием вниз на внутренний ворот или внутреннюю ткань на любой блузке и другой верхней одежде. Время от времени, ну, например, 1 раз в месяц, булавочку можно опять очищать и опять проделывать вот такой ритуал и заговаривать булавочку на воду. Вот и все. Будьте счастливы и здоровы!